Добрый день, друзья! Игорь Жабский представляет. Сегодня 11 марта 2018 года. Сделаем еще небольшое путешествие по Покровке. Мы сейчас едем по улице Советов в сторону больницы. Те, кто знает Покровку. Сейчас мы повернем на улицу Лазо. Поворачиваем на улицу Лазо, которая приведет нас на улицу Карла Маркса. Ночью опять выпал снежок. 8 марта женщин порадовал снежок. Вот опять немножко припорошило, обновило. На улице хорошо, тепло, ветра нету. Едем. Вот такая нынче весна, март. Вот сейчас мы будем поворачивать на улицу Карла Маркса. Вот туда улица Карла Маркса уходит. Мы повернули сюда. Едем в сторону центра. Зимой бы такой снежок. Сейчас все будет таять, будет грязь. Вот мы приближаемся к центру. Народ готовится к выборам. Все начинают работать. Вот мы проезжаем площадь. Вдалеке мы видим школу. Это бывший универмаг, сейчас он мебельный магазин. Это вот у нас детская площадка, так называемый Диснейленд. Это у нас школа средняя. Здесь у нас музей. Впереди бывшее здание ПТУ-4. Вот мы поворачиваем опять на улицу Советов. И едем в сторону Уссурийска. Сейчас повернем на улицу Пионерскую. Поворачиваем на улицу Пионерская. До улицы Комсомольской, и по улице Комсомольской уже на выезд из Покровки. Здесь вот у нас поликлиника. Поехали. Это у нас автостанция. Дороги уже растаяли, тепло. Если ехать прямо, то попадаем в Струговка, Галенки, Липовцы. Ну и там дальше на пограничный. Вот мы поворачиваем на улицу Комсомольская. И уже по улице Комсомольской до самого конца на Уссурийск. Может приехать в Покровку, тому интересно посмотреть на родные места.
чуть-чуть. Сейчас будет небольшой поворотик. И все, и заканчивается покровочка в данном направлении. Вот мы практически уже и выехали из покровки. Вот сейчас будет сама, вот она, покровочка закончилась. Ну и дальше у нас нас ждет Уссурийск. А я с вами прощаюсь. Пока.